Почетные знаки «Дети войны» сегодня вручали на торжественном приеме, устроенном главой Архангельска Дмитрием Моревым для ветеранов и тружеников тыла. Прием главы города традиционный, ежегодно проводится накануне 9 мая, но в этот раз он особенно долгожданный. Почетные знаки «Дети войны» в Архангельске вручают впервые. Сегодня медали нашли своих героев. 78 лет назад вы, именно вы, победили объединенную и порабощенную Европу, порабощенную гитлеровской Германией. Все ресурсы всей Европы были направлены на то, чтобы победить Россию. Заводы работали против нас. Ресурсы выкачивались из этих стран против нас. Военная машина всей Европы работала против нас. Ничего не получилось. Вы победили. И мы гордимся вами. Многие из присутствующих до сих пор занимаются общественной работой, помогают в воспитании подрастающего поколения. Семен Алексеев, свои 87, преподает в Морском институте имени Воронина. На самом деле я малолетний узник фашистских лагерей, но знака почему-то мне в Архангельске не дали. Я приезжаю на малую родину свою, в Новгородскую область, там у всех эти медали есть. Но я запоздало получал, и поэтому в Архангельске нас было мало таких, и медаль не получил. Поэтому для меня это большая радость. Справедливость обязательно восторжествует. Они доказали это своей жизнью и сегодня дают надежду своим собственным примером. Мы живем в сильной стране. Мы живем в стране победительницы. За это вам низкий поклон. Мы живем в стране, которая победила, которая была, есть и будет победительницей. И победа будет за нами. Всем крепкого здоровья! На сегодняшний день в Архангельске проживает 33 фронтовика, 72 узника концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, 597 тружеников тыла. Алексей Макеев, Денис Линчевский, регион 29.